При помощи алгоритма Евклида можно решать много разных задач. Вот довольно трудный пример, хотя на первый взгляд задача кажется такой легенькой, но самому придумать решение не так просто. В три сосуда налито по целому числу литров воды. В любой сосуд разрешено перелить столько воды, сколько в нем уже содержится, из любого другого сосуда. Докажите, что несколькими такими переливаниями можно освободить один из сосудов. При этом сосуды достаточно велики, каждый может вместить всю воду. Давайте, чтобы было понятнее условие, возьмем какие-нибудь конкретные числа. Ну, скажем, 3 литра, 10 литров и 13 литров. Вот. Что я могу сделать? Ну, например, я могу перелить из 10 в 3. Получится 6, 7, 13. После этого я могу из 7 перелить в 6. Получится 12, 1, 13. Перелил из 7-литрового в 6-литровый, 6 литров. Теперь, смотрите, что я буду делать. Я буду работать сейчас с этим и этим сосудами. Здесь станет 2. Здесь 11, здесь 13. Ну, в принципе, можно было бы сейчас и 4 литра взять, но я хитрый. Я знаю, что 12 – это 4 плюс 8. Поэтому я отменяю операцию, которую я только что делал. И сделаю вот так. 12, 2, 12. Теперь 12, 4, 10. Теперь 8, 8, 10. Ну и все. 0, 16, 10. Задача решена. Я один сосуд освободил. Если вы внимательно посмотрите на то, что я делал, то решение поймете. Давайте. У нас есть три сосуда. А меньше или равно B меньше или равно C – это количество литров имеющихся. Остаток от деления числа B на A. Разделим B с остатком на A. Тогда, разумеется, R будет меньше, чем A. Мы разложим число Q по степеням двойки. Что это значит? Q нулевое плюс Q первое умножить на 2, Q второе умножить на 2 в квадрате и так далее, и так далее. Q с каким-то номером умножить на 2 в катой степени. И когда будем переливать, то правило будет очень простое. Если цифра, вот это двоичная цифра, это нули и единицы. Если какая-то цифра равна единице, то берем соответствующее количество из B. Если же она ноль, то берем столько из C. И посмотрите, что произойдет. Когда мы так сделаем, то в сосуде, где раньше было B, останется в точности R литров. Если R равнялось нулю, то победа, один сосуд мы полностью освободили. Если же R было не ноль, то оно меньше, чем A. И значит, в наименьшем из сосудов стало меньше. Давайте возьмем какой-нибудь конкретный пример.
посмотрим, как этот алгоритм работает на примере этих чисел. Так, ну давайте. Пусть здесь, скажем, будет 3 литра. 5, 8. Ну, слишком маленькие числа. Скажем, здесь 29, а здесь, ну, скажем, 40. Мне кажется, вполне понятно, да? По нашему алгоритму. 29 – это 9 умножить на 3 плюс 2, правильно? Что такое 9? Это 1 плюс 8. Значит, мы должны сначала взять 3 литра, тогда здесь будет 6, здесь 26, а здесь останется 40. Потом, когда двойка и четверка не берем, значит, потом берем из 40, здесь стало 12, здесь 34. Потом еще раз берем из 40, здесь стало 24, здесь 26, здесь 22. Потому что мы взяли 12 литров из 34. И вот теперь берем, здесь 2 осталось, здесь 48, и здесь по-прежнему 22. Вот один шаг сделал. Что произошло? Раньше наименьшее количество это было 3, а теперь наименьшее количество это 2. Хорошо. Теперь роль числа А играет двойка, роль числа Б играет 22, роль числа С играет 48. Что будем дальше делать? Делим 22 на 2. Получается 2 умножить на 11 плюс 0. Слушайте, а у нас все должно получиться. Число 11 записывается как 1 плюс 2 плюс 0. Тогда я для ясности перепишу числа, которые у нас уже были. 48, нет, перепишу в нашем правильном порядке. 2, 22 и 48. Так, отлично. Что теперь делаем? Берем один раз из 22, получается 4, 20, 48. Еще раз берем, здесь уже получается 8, здесь, когда взяли 4, получилось 16, и здесь по-прежнему 48. Теперь один раз не берем. Здесь получается 16, здесь остается 16, а отсюда мы взяли 8, поэтому осталось 40. И теперь последний раз берем. Здесь стало 32, здесь 0, а здесь 40. Вот, один сосуд освободили. Понятно? Двоичная система счисления и алгоритм Евклида. И вместе они дают решение. Почему мы сразу не могли 3, 10, 13, 3 перелить? То есть взять из 13 перелить в 3, да? Получается 6, 10, 10. Ну да. И получается 6, 0, 20. Такой способ тоже был. Мы могли действительно из 13 литров перелить сюда. Нет, я показывал какой-нибудь способ получить. Да, и числа совершенно случайные, так, конечно, тоже можно было.